Это пойдет нам на пользу, Джесс, обещаю. В этом и есть смысл брака. Мы вместе преодолеваем трудности. В горе и в радости. Ну что, пойдем устраиваться? Как думаешь, твой муж скоро вернется? На помощь звать бесполезно, вокруг не души. Джеральд? Разве я говорил, как меня зовут? Мне это не нравится. Я серьезно, хватит. А если так? Прекрати! Ну ты что? Неужели по-другому никак? Что с нами случилось? Мы ведь были счастливы, разве нет? Джеральд! Что? Что с тобой? Джеральд! Кто-нибудь! На помощь! Очнись. Ну, пожалуйста. Просто открой глазки, милый. 5 часов потратила на то, чтобы добраться до соседей, которых здесь может даже не быть. Сколько человек способен прожить без воды? Ничего не выйдет. Нет. Только руки вывыхнешь, но из наручников не выберешься. Ты не настоящий. Тебя здесь нет. 29 сентября. Спи, моя детка, только не плачь. Сосредоточься, ты ходишь во сне с 12 лет. Какое красивое платье. Он заковал тебя в наручники гораздо раньше Джеральда. Что с тобой? От режиссера «Тишины». У тебя есть все необходимое, чтобы выжить. По мотивам романа Стивена Кинга. Только запомни. А ну пошла! Если не проснешься, ты умрешь. Игра Джеральда. Фильм Майка Фленнегана.